Совсем не похоже. А вот и похоже. Надувной динозавр. Ура! Джорджу понравился надувной динозавр. Всем понравился надувной динозавр. Вот здорово! С днем рождения, Джордж! Брат Джордж, это мама свинка, а вот папа свин. Свинка Пеппа. Воздушные шары. Сегодня в школе праздник. Мисс Крольчиха устроила лотерею. Подходи, подходи, главный приз — полет на воздушном шаре. Ух ты, это весело. Пожалуйста, можно мне билетик? Синий билет выиграл машинку. Молодец, Дэнни. А можно мне тоже? Спасибо, Пеппа. Что ты хочешь выиграть? Полет на шаре. Разве не лучше выиграть шоколадный торт? Папа-свин очень любит шоколадные торты. Красный билет выиграл полет на шаре. Те, кто летит в корзину, сколько будет пассажиров? Четверо. И Мишка. Динозавр. О, и Мишка, и динозавр, значит, шесть. Все в корзину. Ну-ка, папа Свин, скорее в корзину. Давай, папа. Отдать концы от винтов полный наверх. О, ну и ну, мисс Крольчиха, вы настоящий пилот. Ну что вы, я впервые лечу на воздушном шаре. Держитесь! Мисс Крольчиха нагревает воздух в шаре, чтобы он летел вверх. Пока! Пока! Кто у нас умеет читать карты? Я умею. Ты уверен, папа Свин? Я отлично читаю карты. Ой, какая странная карта. Поднимемся выше? Да, да, выше, выше. Шар поднимается еще выше. Ой, а куда делось небо? Не бойся, Пеппа, мы попали в облако. Ух ты, небо вернулось! Ура! Поднимаемся мы выше солнца и луны. Мы по небу летим, мы летим куда хотим. Смотри, Мишка, как мы высоко! Пеппа, осторожно, не упади! Папа, я уронила Мишку! Не бойся, Пеппа, мы спасем Мишку! Ну-ка, держитесь крепко! Мы спускаемся! Мисс Крольчиха опускает шарик вниз, чтобы спасти Мишку. Я нигде не вижу Мишку! Вон же он! Мишка упал на дерево! Я спасу его этим якорем! Так... Тихо, тихо. Есть. Папа Свин достал Мишку. Мишка! Ура! Ай-яй-яй, никто не смотрит, куда летит шар. Берегись, прямо по курсу дерева, держитесь. Сперва Мишка застрял на дереве, а теперь мы застряли. Папа Свин, вы знаете, где мы? Заблудились, так ведь? Да. Смотрите-ка, это дом дедушки и бабушки. Да, значит, мы оказались в их саду. Я так и думал. Внимание, бабушка и дедушка. Ну и ну. Здравствуй, мисс Крольчиха. Помогите нам. Дедушка, мы хотим вниз. Не бойтесь, вот лестница. Ура! Все вылезают из шара. Бабушка, дедушка! Мисс Крольчиха прокатила нас на своем шаре. Как интересно! Боюсь, что мы можем угостить вас только моим домашним шоколадным тортом. Шоколадным тортом? Это же здорово!
Это лучший полет в мире. А это лучший в мире торт. Младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Домики. Пеппа и Джордж бегают в саду бабушки и дедушки. Они хотят поиграть в домики на дереве. Пеппа и Джордж любят этот домик. А вот и друзья Пеппа и Джорджа. Зоя, Сьюзи, Ребекка и Ричард. Да. Сейчас мы будем пить чай. А вот и Педро с Дэнни. Привет, Пеппа. Можно мы к вам? Нет, Дэнни, в домик можно только девочкам. От мальчиков много шума. Они вечно все портят. А как же Джордж и Ричард? Ой, да. Прости, Джордж. Но этот домик только для девочек. В чем дело? Девочки не пускают нас в домик. Так нечестно. Я могу вам помочь. Ну-ка, пошли. Теперь мы можем спокойно пить с вами чай. Что за шум? Ну вот, теперь у вас собственный дом, да еще с подъемным мостом. Замок! Спасибо, дедушка свин. А можно к вам? Нет, этот дом только для мальчишек. Я люблю замки. Замок хуже, чем дом на дереве. Пошли к нам. Я король, я в замке. В замке должен быть флаг. Ого. У них есть флаг. Зачем нам дурацкий флаг? А вот и бабушка-свинка. Всем привет. Вам что-нибудь нужно? Да, флаг. И лучше, чем у мальчишек. Да. Что ж, я постараюсь. Я король, я в замке. В замке должен быть телефон. Ну-ка, держи. Натяните веревку, и вы можете разговаривать друг с другом. Мы не хотим с ними говорить. А мы не хотим говорить с ними. Бабушка нашла флаг для девочек. Из платья выйдет отличный флаг. Спасибо, бабушка. Он не такой, как у мальчишек. Лучше бы мы были в замке. Да, в замках живут принцессы. Будь я принцессой, я бы жила на дереве. Пожалуйста, можно к вам? Если скажете, что замок лучше. Замок лучше. А я останусь здесь. Обожаю замки. Ну вот, пошел дождь, а у замка нет крыши. Идемте в домик Пеппы. Нет, я не брошу свой замок. Дождик кончился. Джордж нашел лужицу. Это весело. А я останусь в замке. Я останусь на дереве. О-хо! Я присмотрю за замком, Дэнни. А я за твоим домиком, Пеппа. Пеппа и Дэнни очень любят прыгать в лужи. Все очень любят прыгать в лужи. И девочки, и мальчики.
Короче, брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Школьный лагерь. Пеппа и ее друзья едут в школьный лагерь. Мадам Газель, я себя плохо чувствую. Автобус очень трясет. Ай-яй-яй, пони Педро немного укачала. Вот бедняжка, пересядь вперед, ко мне. Ну, теперь лучше? Немножечко. Мадам Газель. О, тебе тоже плохо, Зоя. Мне может стать плохо потом. Может, мне сесть вперед, мадам? А можно мне тоже вперед? И мне! И мне. О, извините, все не могут сидеть впереди. Ничего, мы уже доехали. Ура! Приятно вам отдохнуть. До свидания. Здесь будет наш лагерь. Вдохните этот чистый воздух, дети. Как приятно! А теперь ставим палатки. Пеппа и ее друзья ставят палатки. Дети, вы должны выбрать, с кем вы будете ночевать. Сюзи, хочешь ночевать со мной? Я уже обещала Зое. Ой, прости, Сюзи, я уже обещала Ребекке. Ребекка, ты же обещала мне, а? Ах, да. Эмили, а ты с кем ночуешь? Зои. Ладно. Ага, тогда ты со мной. Ладно. Дети, а еще нам нужны палочки для костра. Мы соберем. Мы с Педро тоже хотим собирать. Ага, все могут собирать. Пеппа и ее друзья собирают палочки. Прекрасно! Настала ночь. Пеппа и ее друзья собрались у костра. Дети, давайте вместе споем. Да! Песню «Бин-бон», ладно? О, я не знаю. Пожалуйста, «Бин-бон», давай. Ладно. Играем мы песню и громко поем. Скажем бин, скажем бон, скажем бин. Бон, бин, бум, бин, бон, бин. Бин, бон, бин, ли, бон, ли, бум. Бон, бин, бум, бин, бон, бин. Бин, бон, бин, ли, бон, ли, бум. О, все, дети, пора спать. Добрых снов, дети! Добрых снов, мадам Газель! Пеппа и Сюзи укутались в спальное одеяло. У меня фонарь. И у меня. Внимание, дети! Перестаньте хихикать! Что это был за звук, Пеппа? Я не знаю. Вот он опять! Сюзи, куда ты идешь? Мадам Газель, мне чуть-чуть страшно. Ты хочешь ко мне? Да, хочу. Мадам Газель, кажется, и мне тоже страшно. Можно мне к вам? Конечно. Мне тоже может стать страшно. И мне тоже может стать страшно.